Добрий вечір, ми з України. Дивіться, що хочу сказати. Очень быстро, очень сильно понизились данные о перемещениях войск, и правильные, и неправильные, в связи с тем, что сейчас весь город ищет фонарики, пересылают друг другу картинки с фонариками. Давайте попробую объяснить это на пальцах, что вот эти данные я могу разглашать сейчас. Пару часов назад, когда были обстрелы большие, было три залпа и установка СМЕРШ, то есть по нашим позициям. Все три прошли мимо цели. У нас трое раненых, их сейчас вылечат, и думаю, что все будет хорошо. В ответ на эти залпы наши навелись и делали тоже один залп. Итого у орков 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск. Поэтому, пожалуйста, не переоценивайте силы и знания орков. Знаете, как в этих орки, они в Африке орки. Они нас озадачивают какими-то квестами, мы переживаем, бегаем. Ну что ж такое? Давайте будем заниматься делами, давайте готовиться к их отражению. Посмотрите, что делает Херсон. Красавцы. Вышли на митинг, флаги подняли, ничего не знаем, мы вас не хотим, идите домой. Все нормально, двигаемся.